Вечером здесь играет музыка. Сегодня попугаи посадили. Мы собрались на великах на песчаную косу встречать закат. Стартуем от нашего номера. За 10 баксов два велосипеда на полдня. По дороге заехали в пикник-зону. Восточная сторона острова. Внешняя сторона атолла Алиф-Алиф. Там кипит морская жизнь, плавают акулы. Но туда не пройти пешком во время отлива. Вот такая здесь посиделка. Это мы вчера видели. В магазине продавали вот эти, кстати, плоды. Тут спелые. Вот. Пикник-зона перед песчаной косой. Да. Две обезьянки взяли велосипеды и на своем горбу тащат на эту косу. Вот. Но мы не сдаемся. Да? Да. Вот так. Милан Велшарк. Рядом Монтерей. Оставила след в истории. Да. Вот мы добрались до основания косы. Пришли встречать закат. Это яхты. Привозят людей на банкет сюда. Мангровые заросли, переходящие в белый песок и тонкую полосу красоты. Коса. Толпа народа разношерстного. Поехали качаться. А у меня послезавтра день рождения. Thank you.
видно, мы видим, а камера не видит. Кафе находится рядом с Биби Дайверами. Следующий отель Тамаи. Вот такое кафе. Здесь 5 столиков и наверху 4. Столы в ракушках. Последний ужин. Кафе Понтхи Дигура. Море. Там, где огонь учить, в 50 метрах. Рыбу надо заказывать заранее, за день. Но здесь индийская кухня. Готовят вкусную курицу. Вот такие столики на веранде. Вентилятор. Здесь сидят, когда нет дождя. Сегодня дождь может быть, может не быть. Небо в облаках. В любой момент может ливануть. Поэтому все столики убрали под крышу. Ждем курицу. Кофе американо $2. Есть айскрим. До свидания, это мое. Прощай. Прощай, мы не вернемся. Менеджер за нами едет.